Ребят, всем привет. Не могу понять, случилась ситуация, где либо мы прошляпили классную машину, то ли это развод нового уровня. Обратился к нам человек, Мерседес нужен, Мерседес GLE 17 года, желательно до 50 тысяч, обязательно не больше 100 тысяч километров, нужен один владелец по техпаспорту, в общем, честная машина без ДТП, без подкрасов, абсолютно нормальный автомобиль. Первые автомобили мы смотрели в Киеве, и один из автомобилей был представлен парнями, которых я уже, в принципе, знаю. Ранее мы встречались. А в марте месяце был вариант такой, что мы осматривали Mazda 6 каких-то там свежих годов. То ли 18-й, то ли 19-й с минимальным пробегом, но по очень сладенькой цене. И изначально меня удивило то, что на осмотр приехало сразу два автомобиля. То есть они пригнали две машины. Одну белую Mazda, которую мы осматривали в ценнике, что-то там 24, которая была влупленная в лицо из правой бочины и не очень качественно сделанная. И черная машина, которая была там что-то на 700-800 долларов дороже, но очень сладенькая цена также была на нее. При этом, имев пробег в 6000 километров, на вопрос «покажите техпаспорт», техпаспорта не было. Техпаспорт у хозяина. По факту получилось так, что когда прислали фотографию этого техпаспорта, я начал пробивать по всяким разным базам, и я увидел, что этот автомобиль, он был ограничение на регдействие только по согласованию с банком. Можно производить регистрационные действия. На вопрос, почему так, мне сказали, мы ничего не знаем, машина имеет одного хозяина, никаких кредитов на этот автомобиль не было, что в принципе есть неправда. И потом, конечно, мне даже прислали кредитный договор, где все закрыто, но это было потом. А ситуация была изначально не очень хорошая. Зацепила дверь, но имеется в виду, сделали на нее переход. Задняя правая тоже крашеная. Вот понятно, откуда следы того, что задертый уплотнитель. Ну, загнуто было нормально, потому что если посмотреть внутри, внутри здесь тоже шпаклевки хватает. Ну, то есть здесь внутри двери более миллиметра шпаклевки. А есть места, которые даже больше двух, то есть тупо не простреливается. На вопрос, парни, а есть техпаспорт в этот раз на этот автомобиль? Ответ традиционный. Техпаспорта с собой нет, техпаспорт у хозяина. Значит, машина заявлена была 32 тысячи километров, но очень сладенькая цена. И после того, когда у нее на спидометре оказалось 84, даже для 84 цена все равно была сладенькая. Но машина была травмирована в правую бочину. Причем, так, довольно основательно там шпаклевки на дверях. Даже не заморочились тем, чтобы поменять двери. С наружной стороны выстукали, подтянули хорошо, но из внутренней стороны там все равно осталось много шпаклевки. Поэтому к этому автомобилю традиционно больше вопросов, нежели ответов. Точно так же, как к парням. Поэтому оставили этот автомобиль в покое. Дальше был очень неплохой вариант в Харькове. Правда, в приоритете был белый цвет, этот автомобиль был черного цвета, но небольшой пробег в районе 30 тысяч километров и более-менее приемлемая цена. Адекватный парень, отвечающий на вопросы. Правда, на вопрос, сможет ли собственник, на которого непосредственно оформлен автомобиль, присутствовать при оформлении, было сказано, что это его супруга. И у нее сейчас маленький ребенок, не у них, а у нее маленький ребенок, которого она, если вы не стесняетесь, что она при вас будет кормить его грудью постоянно. Мне, как парню, имеющему троих детей и уже двоих внуков, конечно, я не стесняюсь.
Вот. Было принято решение того, что мы едем в Харьков на условии того, что если с автомобилем все хорошо, хозяин автомобиля, на кого зарегистрирован автомобиль, будет присутствовать при регистрации. Такое обязательное условие, если интересно, почему потом. Едем мы в Харьков, приезжаем в Харьков мы, естественно, вечером, остаемся в гостинице, у нас договорено о том, что мы на утро, в 9 утра, едем куда-то на осмотр. Все замечательно, звонок в 9 утра, в 9 утра мне, конечно, никто не отвечает. Ну, мало ли, вдруг люди спят или еще что-то, звоню там, дозваниваюсь, правильно так сказать, в 9.20. И парень говорит: извините, мы сейчас на какой-то сделке нотариальной, чего-то мы тут продаем, мы сейчас не можем, давайте после 12. Ну, как бы, мы понимаем, что деваться нам особо некуда, мы уже приехали в Харьков, согласовано с заказчиком, что уже начинаются хороводы, ребят, ничего страшного, ждем, все классно, ожидаем. Приходит 12 часов, контрольный звонок, 12 часов никто не отвечает, дозваниваемся ориентировочно через полчаса, и парень говорит интересную фразу: ребят, сейчас эту машину смотрят, у меня там был человек, который был еще неделю назад в Запорожье, вот он приехал, сейчас он посмотрит на СТО. Карту всего этого мы вам можем предоставить, того, что он посмотрит, дабы не ехать на СТО. Я говорю: нет, ребят, на СТО машина это поедет. А на вопрос почему, ну вот он был типа раньше, ну а не сказал, ну не сказал и не сказал. Ладно, хорошо, машина это интересно, если ее не забирают. Еще 40 минут спустя мы выяснили, что автомобиль не забирают, и эту машину покажут нам на СТО, которое мы говорили, более-менее из, не помню, как оно называется, на выезде из Харькова. Договариваемся встретиться на СТО на 2 часа дня. Почему на 2? Ну, потому что надо еще где-то протолкаться по пробкам, еще что-то, это там в половине 12-го. Ладно, 1,5 часа с запасом, вот так вот, хоть хватит, чтобы приехать. Мы приехали в час. Пески, уже 15 минут назад должен был приехать парень, но пока нет. Ну, наверное, опаздывает. Пески – это поселок возле Харькова. Вот находится он, Полтавское шоссе 212. И здесь мы сейчас будем осматривать этот Мерседес. Звоню, никто не отвечает. Но это традиция, мы уже понимаем. В течение 20 минут я дозваниваюсь и получаю следующий ответ. Ну, не знаю, парни, водитель выехал мой. Ждите, наверное, где-то опаздывает в пробках. В общем, я не знаю, что сказать. Уже, грубо говоря, здесь я 2 часа. По официальной версии парень до сих пор не выходит на связь, имеется в виду тот водитель, который поехал показывать машину, доверенное лицо семьи, на связь не выходит, никоим образом не перезвонил, ему типа перезванивают каждые 5 минут, он пропал, он исчез, его нет. Но в любом случае до 15.30 я ожидаю, а далее... Я согласовываю с заказчиком, давайте еще подождем, давайте подождем, ждем мы его час, ждем два... Парень уже просто перестал отвечать на мои телефонные звонки, вот просто игнорит с разных телефонов, не отвечает. На станции нам поулыбались, но поулыбались, наверное, больше с сочувствием, нежели с какой-то насмешкой. Но если вы думаете, что это те неприятности, о которых говорил, нет, это мы видим каждый день. Ну, каждый день я, конечно, утрирую, но два раза в месяц стабильно у нас такие ситуации. Из Харькова мы едем в Одессу, и возьмишь ты поедь через Киев по нормальной дороге. Нет, едем мы через Кривой Рог, а дорога там вот такая. Вот сейчас как раз тот случай, когда по обочине ехать гораздо ровнее, чем по дороге. Ё-моё, Ниссан, ты куда поехал? Вернись в Одессу, тут нет дорог. О, еще один пассажир, у которого чего-то случилось, чего-то отвалилось. Стремно он как-то так машину ремонтирует. Это же запросто ему на ноги можно наехать. И он так развалился на пол дороги. Ёперный театр, блин. Это же уже 10 километров в час. Это же даже не 20. Не, здесь, наверное, надо продолжать снимать этот нашу поездку. И вот как раз дорога через поле. Дорога, акцентирую внимание, национального значения. Ё-моё, подсолнухи вообще умершие. Или это ромашки растут? Да нет, подсолнухи. И, в общем, вот эта дорога Кривой Рог Одесса. Здесь ездят фуры, здесь ездят рейсовые автобусы.
Наконец-то вырвались мы на нормальную дорогу. Халлелуйя! Проехали мы сквозь Николаев, заехали в Одессу. Машина белая, пушистая, снежная, классная. Практически. На ней заявлено ксенон. Там действительно стоит ксенон, но ксенон там стоит колхозный. Приколхоженный, причем такие стяжками притянутые, не очень хорошего качества блоки розжига. Плюс там есть места, где начинает двигатель сопливить. Плюс мы понимаем, что ценник у этого автомобиля слегка задранный. Ну, переоценено, назовем его так. За 48 этот автомобиль готовы отдать, но он нам не интересен. По разного рода причинам. И одна из них, что у нее несколько хозяев уже на тот момент было. Дальше едем в Николаев. Почему в Николаев? Потому что за время, пока мы были в Одессе, появилось новое объявление и есть автомобиль в Николаеве. Николаев так Николаев. Летим с Одессы снова в Николаев. Итоги этой встречи особо не нужно рассказывать, потому что машина действительно хорошая. Вот все как заявлено, так и есть. Машина действительно обслуживалась. Мы принимаем решение, что этот автомобиль нам интересен, но есть одна маленькая деталь в формате того, что продавец на абсолютно нормальных, как для него, соображениях говорит: ребят, я не знаю, кто вы, что вы, я не разрешаю вам подключаться к нашему автомобилю какими-то там сторонними приспособлениями. Мы хотим это сделать на официале по разным причинам. Это их право. Я говорю: окей. Машина, мы осматривали ее в пятницу. Ко вторнику машина как раз приезжает в Киев. И перед оформлением нужно заехать, почитать ее электрические блоки. Предварительно мы записались на столичное шоссе к официалам Мерседеса для того, чтобы посмотреть электрические блоки. Все договорено, все классно, ударили по рукам. Во вторник оформление. Договорились о том, что во вторник с утра раненько созваниваемся и едем на официал. И потом сразу же на столичное шоссе переоформляем. В момент звонка нам говорят: ребята, извините, мы уже оформляем этот автомобиль. Нам люди предложили денег, мы сказали: окей, хорошо. Ну, не повезло так не повезло. А дальше был автомобиль, после которого я до сих пор в голове не могу сложить пазл, что это было. Звонит заказчик, и есть информация, что в Днепре всплыл новый автомобиль. Акцентирую внимание на слово «новый». С пробегом всего 32 километра. Правда, машина 17 года, застоялась она на складах. Всяко в жизни бывает, надо ехать проверять. Средь бела дня срываюсь в город Днепр. На подъезде к Днепру звоню я парню, который продает автомобиль, для того, чтобы, во-первых, предупредить, что я опаздываю, ну, минут на 10-15, а во-вторых, там задать корректирующие, уточняющие вопросы. И здесь я узнаю о том, что автомобиль продает он, продает в автосалоне, и при этом рассказывает историю, что он купил этот автомобиль 3 дня назад, но оказывается, он ему не нужен. И убедительнейшая просьба сильно там не поднимать гвалт в формате того, что директор автосалона не должен знать о том, что он продает этот автомобиль. Ну, по крайней мере, такая просьба прозвучала. Мне знакома ситуация, когда люди арендуют место у официалов для того, чтобы продать автомобиль, но здесь новый автомобиль. Здесь речь идет о автомобиле без пробега и о автомобиле с официальной гарантией. Ну и пусть он будет от частника, в общем, вроде бы ничего страшного нет. На вопрос, кто же купил этот автомобиль, парень говорит: купил его я, по документам моя, все хорошо, машина моя. Приехали в автосалон, начали осматривать, подключили компьютером. Я сервисменам сказал, что: господа, я хочу посмотреть в монитор, позалазить в блоки, или же вы мне покажете информацию из тех блоков, которые я попрошу.
Компрендо, окей, принято, все хорошо, так и сделаем. Пока я общался с парнем, который продает автомобиль, он был не совсем в хорошем расположении духа, назовем это так. И ему не нравилось, что я смотрю на автомобиль, на новый, как на автомобиль, в котором есть какой-то подвох. Слишком сладко, не понимаю, где может быть. Николай, я сейчас вот честно скажу, я что-то люблю. Я этот долбоебизм уже, вот знаете, вот извиняюсь за прямой. Вам что-то не нравится? Вы приехали к официальному дилеру. Машин, вам дали все документы. Вам догнали мне сюда. Что вам еще надо? Не дали еще никаких документов. Мне показывают, догнали сюда. На мои вопросы, есть ли гарантия, мне сказали, по остатку гарантии осталось только 2 месяца. Хорошо, нет гарантии. Нет машины, она ворована. Я не знаю, что, какие еще варианты? Да. Я задаю какие-то, может быть, неправильные вопросы, но... Вы задаете, я вам могу сказать честно, вот мне уже, то есть вы не единственный, я объяснил, я это человек. Я согласен. Я сказал, я просто порядочный человек. То есть если бы я сейчас выбирал бы, есть люди, которые были бы быстрее, чем вы здесь. Ну так, я только вчера вечером дал, я бы обещал вашему, как его зовут? Денис. Да, что пока ваш человек не приедет, я ее никуда не продам. Я бы сейчас не стоял бы здесь ни на диагностике, не отвечал бы ни на какие вопросы. То есть, есть официальный автомобиль, который вам сейчас, мы сейчас пройдем, вам покажут, что... Я же вам показал квитанцию, где я его купил. Мы сейчас, вот мы пойдем сейчас на сервис, вам это покажут. Я всего лишь хочу это увидеть. Мы пойдем на МРЭО. Ваш приедет человек, мы пойдем на МРЭО. Пока ему не вынесут... Вот мы выписали договор, там написано в договоре, то есть хозяин... Денис Иванов, Денис Петрович. Угу. Вот, вынесли договор. На тебе договор. Пока сервисмены подключались к автомобилю, пока они его читали, осматривали, он на меня пытался давить морально в том формате, что... Что ты хочешь? Новая машина, ты ее осматриваешь, вот машина, вот посмотрел машина, все, давай, окей, сделку. Сервисмены выдают мне документы, распечатку о... проделанной диагностики, и здесь я, во-первых, возмущен, что меня не пустили к монитору, чтобы я позалазил именно в те блоки, в которые интересно мне, то есть мне нужно было зайти в разные блоки и посмотреть, потому как мало ли что с этим автомобилем, может у него была какая-то отзывная кампания в формате, что стуканул мотор или же там заклинила коробка. Вот, что-то возможно было, но мне не предоставили эту возможность, уже отключились, уже просто выдали распечатки. Но здесь я вижу, что машина оформлена, назовем так, на некую женщину. Я парню задаю вопрос. Ты сказал, что ты владелец? Да, я владелец. Здесь написано, собственник, другой человек. Ее сейчас не отстрани, у меня доверенность. Когда есть доверенность, мы понимаем, что есть геморрой. Поэтому... Я настаиваю, чтобы эта женщина, на которую был оформлен этот автомобиль, чтобы она присутствовала при этом. Он говорит, нет, в стране ее, это невозможно, руки. И вот здесь начинается самое интересное. Автомобиль привезен с Израиля. Документов в мировой базе о том, что эта машина продана в Украине, нету. Есть, я попросил показать мне, что... где заказ наряд о том, что машина продана. В некой базе 1С мне показывают, что действительно от 31 числа есть продажа данного автомобиля, но ее нет в базе. На вопрос, почему не внесли базу, ой, вы знаете, мы еще не внесли. То есть машина 3 дня назад продана, она перепродается снова, и эта машина еще не внесена в базу. Также на нее были открыты гарантийные, заказаны гарантийные запчасти, а в частности аккумулятор гелевый, который там стоит, тот, который большой, и тот, который маленький, они пришли в негодность, их заказали новые, и этой информации тоже нет в мировой базе. В мировой базе есть только то, что машина с Германии уехала в Израиль, и все. Машина с Израиля неизвестно каким образом, но относительно мировой базы, оказалась в Украине, продана на некую женщину, которой в процессе, как выяснилось, нет в стране. Вообще непонятно, существует ли этот человек. Я говорю, так, стоп, так не пойдет. Оформляем машину вот на вас, и с вас мы уже у вас ее покупаем. Нет, я на себя машины не оформляю.
точка, ничего не будет, у меня стоит целая очередь, я вас ожидал, я был порядочным в том, что мне дают уже на $2000 больше, я предложил вам, у меня уже стоит целая очередь. Ну, окей, стоит так стоит, но мы ж не покупаем кота в мешке. Этот парень вхож в любые двери этого дилера, скажем так. Но вопросов все равно гораздо больше, чем ответов. С этим парнем здороваются все за руку. То есть он, его там знают все. Но почему он не захотел оформлять автомобиль на себя, пока остается загадкой. Я позвонил парням в Mercedes, тех, которых я знаю, и задал вопрос. Скажите, а возможен ли вариант такой, что эту машину вынесут в базу позже? Ну, на что я получил ответ, что в нашей стране возможно все, но обязаны в сервисном центре, в официальном дилере это сделать сразу. Открыть заказ наряд, выписать что-то и закрыть заказ наряд, когда это что-то будет выполнено. В данном случае мы в этой базе внутренней, назовем ее так, видим открытый документ на замену двух аккумуляторов и ожидание этих аккумуляторов. Но в мировой базе мы видим только то, что машина ушла с Германии в Израиль. Долго мы думали с заказчиком, все-таки хочется и колется и новый автомобиль, но единогласно пришли к решению тому, что пусть наши нервы будут на месте, а этот автомобиль купит кто-нибудь другой. Все-таки практически $57 000 они на дороге не валяются. И что самое примечательное, когда мы уходили, этот парень обратился к менеджеру и попросил оставить этот автомобиль. В течение нескольких дней найдется покупатель, его заберут. Хотя, как мы помним, он говорил, что у него уже есть несколько покупателей, стоят в очереди, которые готовы дать на $2000 дороже. Подлил масло в огонь еще другой менеджер, который выписывал мне документы на оплату и, собственно говоря, принимал оплату за осмотр этого автомобиля простым вопросом. А по вашему мнению, как вы думаете, что не так с этим автомобилем? Это у меня спрашивает парень, который работает в сервисном центре Mercedes. Совпадение? Не думаю. После череды этих неприятностей, кстати, на самом деле это еще не все неприятности, были еще. А в принципе человек сказал, что очень хорошо, что так получилось, потому что, ну, по итогу купили совсем не Mercedes GLE, но это уже другая история. Если интересно, ребят, напишите об этом, я сделаю видео о том, что же все-таки выбрали. Ну, а на сегодня с вами был Николай Тарануха, Киев, компания «Динавто». Всем удачи на дорогах, всем пока-пока.